На один фотосессия. Вот еще одна наша барышня одела эти брючки. Крутитесь, Наденька. Вот, вот она. Вот тут вот, когда кофточка вовнутрь, так их лучше видно, чем в первом случае. Все, сейчас нарисуем картинку, как это делать. Вот, вот, смотрите, так, Светочка, снимай. Смотрите, у нас ткань лежит, вот это снимай все. Ткань сложили в 4 слоя. Вот так сгиб. Длина ткани 85 сантиметров, это длина брюк наших. 85 умножить на 2 будет 170, значит, вам надо 170 ткани. Сложили ткани со сгибом, ширина стала 70 сантиметров, ткань шириной 140, да? Потом еще раз сложили, получилось 4 слоя ткани. 4 слоя ткани, и кромочки лежат вот здесь, а сгибы лежат у нас вот здесь. Теперь откладываем. Вот сюда, сколько мы? 15 с вами? 7,5, 8. 7,5, 8, 10 вот так вот откладываем примерно. Давайте 10 возьмем сантиметров, да? А здесь у нас было 40. А вниз мы сколько откладываем? Надо каждому измерить. Нет, мы измеряли, но мы все равно увеличивали. Мы опускали. Вот можно опустить. Тебе сколько делали? Не скажу. Не скажем сколько. Давайте 36 возьмем. 73 вот я сейчас намерила. 36 сантиметров. И рисуем вот такую вот картинку. Вот так. И вот так. А потом вот это скругляем. Это то, что у нас между ног. Вот это вырезается. Вот этого у нас не будет. Это сиденье наше. Вот сюда привязываются поясочки. Пришиваются, вернее. Надо вот так вот наверх нарисовать правильно. Наверх надо нарисовать. Сюда пришиваются поясочки. Так, вот так. И вот этот край скругляется по желанию. Один слой. Два. Все четыре. Все четыре. А, все четыре, да? Все четыре слоя вот здесь вот скругляются. И получится у вас вот такая выкройка. Если ее разложить на два слоя, смотрите, как она будет выглядеть. Вот так. Вот так. Это талия. Вот это вот шов сиденья. Вот так. Вот здесь закругляется. И вот так. И вот сюда пришиваются у нас поясочки. Это передняя половинка, это два слоя. Все. Вот это сшиваете, обметываете, пришиваете поясочки, и брюки готовы. Приходите к нам учиться. Это вообще галерея. А здесь у нас и перед, и зад получается.